И как-то раз, заметив, когда из бывшей купеческого дома, который ломали, днем хотели сделать клуб, но председатель отказался. Вы чего? Так меня уволят, на партсобрание вызовут. Какой это клуб в купеческом доме? Сносите, снова новый строить. А в купеческом доме под печками был рассадник. А что такое, друзья, рассадник? А это значит большой огромный сруб 2 на 2 под печкой, чтобы полы не гнулись. И вот эти срубы выкинули. Бабушка мимо, проходя, осмотрела их со всех сторон и пошла к председателю.